жизни вообще расскажите в последнее время. Хорошо. Последнее время хорошо. Как бы еще по ночам не стреляли, вообще было хорошо. Дома продолжают гореть, как я понимаю, да? Ну, позавчера сарай, вчера дом. То было сколько, недели три ничего не горело. Нормально, это опять, наверное, пожарники пришли. Как к зиме готовитесь? А никак, как. Ни газа, ни дров, ни угля, ничего нет. Обещают. А дрова вон. Раз, два, три, четыре, пять, шесть штук стоит. Акаций. Будем замерзать, упадут. Больше вариантов нет, да? Где-то да, видел. Бензопилы есть, все есть. А какие варианты? Посадку не пойдешь, никуда не пойдешь. А потом будем орехи допиливать, если акации не хватит. Но орехи-то жалко, они ведь вас защищают от обстрелов. Если замерзнешь, зачем тебе? Ну да, орехи, да. И лазил он спиливать туда, кошмар. Я крэш это, стволы. Стекла у вас есть в доме? Да я, у меня пластиковые. На осколки понаклеивал, где разбили, на силикон посадил стекло, чтобы не фанера, а стекло. Но ведь у многих людей в поселке здесь фанера, либо пленкой затянуты окна. И во многих, как все тело. Это единицы, в которых еще стекла остались. Потому что все раза по три стеклили, пока стекло не кончилось. А потом уже пленка. Чего вы ждете от будущего? Что и все.